Опять всем привет. Сегодня осталось еще 3 часа домой. Я заехал на тракстоп помыть трака по пути. Она тут быстро мыет. А потому что все-таки надо же трака для трака, чтобы был праздник Пасха. А потому что уже можно помыть. Раньше не мыли почти 2 месяца. Но на месте там мыли. В ярде, там, где приезжал, в Калифорнии. А так обычно по дороге мою. Доезжаю до Калифорнии, потому что коли сухо, нема снега, то можно мыть уже. А коли сніг, то вони хімію сиплять, соль, і толку по дорозі нема смисла мить, тому що знову запачкається. Сьогодні провірю погоду, погода хороша і должно бути як будто нормально. Приїду, щоб помию вже хорошо його. Трейлер є, інджин, то есть трейлер і трак. 4 человека моют сразу. Эй, брате, ты stand, please, because very dirty. А? Thank you. Обычно движок почти не мою, потому что чистый. И для них утёк. Да, хлопцы. Давай, хлопцы, ты это, как красиво было. Как чисто было. Почему не моют? Хорошо. Классно. Как раз заехал, в очереди нема, и можно мыть. Хлопцы работают без выходных, наверное. Они делают на выходные. Так они роблят. Для них, наверное, нема праздника. Так, ну добре, не буду смущати, по-моему. Я пункту тут все круто. Все, класно. Дедушка там. Капот моє. Все, буде чистий, красава. Сала. А что ж, в основном там грязно, где баки, соляра бывает жирная и робится грязь, а так еще более-менее. Ну что, еще чуть-чуть осталось и надеемся, буду дома. Уже тут тепло, Невада, следующая Калифорния. Где-то 150 миль где-то осталось. Ну хорошо. Еще
рывок и будем дома. Всего доброго, хорошего. А тут написано, что моют траки. Открыто. Ну что, все. Еще раз счастливого пути. И будем дома. Все, пока.